Итак, друзья, мы у подножья Угульминско-Белебеевской возвышенности. Идем фотографировать. Если будет попадаться ягода, будем ее кушать. Вот такая костяника поспела. Покушаем ее. А если лесная ягода, ну мало уже. Так что сегодня солнца нет. Одели в защиту от этих. В основном какая-то мошка. То не было вот неделю назад. А сейчас вот, ну, очень прилично. Закончим пока. Вот, друзья, такая костяника. Она очень кислая. Значит, я напоминаю, что мы сейчас у возвышенности. Есть такие возвышенности по 100 метров. Бугульминско-Белебеевская возвышенность идет. Такая очень протяженная гряда. Ну, вот такие вот сейчас ягодки поедим. Еще и гриб нашел, но он какой-то сомнительный оставил там. Большой, нечервивый, непонятно какой. Потом покажу. Так что, друзья, вперед. Конечно, красота, но солнца нет сегодня. 20 градусов. Ветра нет абсолютно, тишина. Ну, здесь вот такой папоротник растет. Вот, невысокие цветочки. А это мы сейчас съедим. Ну вот, друзья, здесь лесная ягода, земляника немножко начинает ходить. И появляется такая ягода костяника. Костяника или костяника. Вконтакте мне поправили, что называется костяника, а не костяника, как я написал. Вот сейчас по этой дорожке приближаться будем к самой возвышенности. Там резкий подъем, но не знаю, пойдем сегодня или нет, посмотрим. Вот такая красота. Вот на этом пятачке, друзья, крупная ягода. Вот прямо на нее выходим, на эту крупную. Вот. Типа клубники. Это уже костяника, я вам демонстрирую. Вот еще такая же ягода. Вот. Сорвем, полакомимся. Вот именно на этом пятачке она. Вот такая вот крупная. Каждый год прихожу и каждый год вот этой штучкой лакомлюсь. А вот это вот удивительное растение. Мы в детстве выкапывали, нам очень глубоко такой луковицы маслянистые. Называли маслята мы их. Но очень глубоко. Но по питательным свойствам очень-очень жирно. Надо будет взять. Есть хотя нож, но не хочу сейчас выкапывать, может быть. Потом рядом земляника. Вот это такой пятачок какой-то очень богатый. Цветы уникальные. Бабочка на желтом цветке. И тишина. Тишина сегодня полная. Ну вообще штиль. Дуло до этого. Сейчас вообще не дует. Но солнца нет. Так, идем дальше. Так, вот мы пришли на новую поляночку. Здесь ягода поспевает позже, чем метров 300. То, что мы прошли. Здесь она уже поспела. Но тогда, когда там было у родника, здесь было зелено. Сейчас картина
следующий. Видите сами, друзья. Вот просто присела, тут вот ягодка. Тут у нас возвышенность небольшая. Дальше там большая.